Привет всем! Сегодня будем клеить вот такую штуку с Китая заказал. Разверну, покажу. На это место вот на заднее в машине внедорожники. Вот такие вот царапинки пытался здесь ремонтной краской замазывать. Все это ерунда. Ремонтную краску подобрали плохую, так на глаз. В процессе все покажу. Вот такая у нас упаковочка. Сейчас попробуем ее раскрыть. Надо было ножницы взять. Ну-ка, хорошо она запечатана. Внутри нас ожидает скребочек и сама лента. Открываем. Как-то так. Сейчас будем, в принципе, можно пытаться уже открыть. Стоит она недорого, в районе там что-то около 200 рублей, что ли. А вещь полезная. Ладно, сейчас будем клеить. Ребят, сначала надо обезжирить. У меня вот такой обезжириватель на тряпочку. Высыхает моментом прям этот обезжириватель. Скребочек положим здесь с краю под руку. Примерно как-то вот так будет выглядеть это дело. Все равно по изгибу вот так. Кстати, я заказывал по размерам четко. Мерил рулеткой. Там много размеров показано разных. Так что если будете заказывать, заказывайте по размерам, чтобы сходилось, а то придет какая-то не та вещь. Так. Ребят, одному совершенно неудобно. Грибок обязательно нужен. Смотрю, она очень хорошо не прилегает. Все равно пузыри какие-то остаются. Ребят, вот приклеил я ее. Измучился. Но в итоге кое-как у меня что-то получилось. Вроде бы все пузырики удалил. Удаляется быстро. Все клеится хорошо. Ребят, кому полезна была информация, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!